Приготовили? Энергия! Только, Володя, не сразу входи, через секунду 3, 4, 5. Энергия! Энергия! Начали! Проверь, все вижу точки. Зачем ты поднялся? Как потерял вот этих девочек. На двоих. Старался все сделать. Мне очень нравится Саратов, и мы примерно будем возвращаться в родной стране, потому что уже присвоили этот город, чувствуем себя здесь как дома. Очень круто город нас встретил, и помогает очень сильно. Мы сейчас снимаем сцену, в которой композитор группы «Комбинация» Виталий Окрик предлагает солисту группы «Комбинация» Алене Апиной петь в группе. Вот. Он пришел здесь, в консерваторию, встретился с ней и уговорил ее принять участие в записи их первого хита. Такой вопрос, а почему Алена Апина в очках? Это из знатоки, которые утверждают, что она не носила очки. Знаете, мы говорили с Аленой Апиной, она наоборот утверждала, что иногда у нее все-таки были очки. Вот. Ну и нам показалось, что интересно именно первое появление делать вот такое, в таком образе, потому что потом тут метаморфоза с ее внешним видом, образом в целом, да, в яркости такой же. Поэтому здесь абсолютно такой белый лебедь. А на каком этапе сейчас солнечный процесс? Мы сняли больше половины. Мы сейчас снимаем саратовский блок, снимаем Саратов во всей его красе. А когда можно будет ожидать проблемы? Как мне представляется, это будет осень. Скорее всего, конец осени.